Итак, всем здорово, вот начинаю, как я и обещал, прохождение разных модов для Halo 2, а также для Halo 1, да, ну, короче, для первой и второй части. Вот, снимаю опять с помощью ShadowPlay. Вот, я опять же говорю, да, то, что редко, довольно-таки редко я буду... Так, снимать прохождение каких-то либо модов, да. В основном я просто буду делать так, то есть первая часть это как очередной выпуск для Half Mods, а следующая часть это как прохождение, да? Чтобы как вдвойне было. Так, ну сейчас я прям чуть-чуть, вот только что прям запустил буквально, да? Вот, помню, проходил мод и, знаете, в принципе, многим людям понравился этот мод, да? Так вот, Дом Кошмаров Пролог, давайте пройдем еще заодно, да? Как первая часть такая будет, чисто для Half Mods, да? Сейчас я обо всех преимуществах расскажу этого мода, да. Короче, существует, по-моему, три части. Это первая, потом ремейк первый и вот самая вторая. Вот, короче, в ремейк вообще никакого толку играть сейчас нету. Потому что, насколько я помню, ремейк это как пролог второй части. Ну, короче говоря, вот так вот. То есть, вот, я как-то хотел скачать, когда еще толком второй части не было. Но потом подумал, да ну нахрен, там, не, я в принципе скачал, но она мне не заработала. А сейчас ее качать просто тупо смысла никакого нет. Кстати, у меня на Steam этот мод не запустился. Это чисто пиратка. То есть я сейчас пошел на Рутор, скачивал оттуда мод. Потому что на Steam он нормально не запустился, он просто тупо вылетал без ошибки, без всего. Очень жаль. Вот видите, совершенно другое начало, в отличие от первой части, да? Первая часть там поле какое-то было, то это, а здесь чисто уже... Это... Как его называют? Какая-то поляна, не знаю. Вот, также, несмотря на то, что многим людям понравился мод, он также многим не понравился. И, честно говоря, вообще не понимаю таких людей. Почитал комментарии, такая лажа, если честно, написано, что вот типа это жалкая пародия на Фир, ёбаный ты в рот, блядь. Да этот мод и не планировался как пародия на Фир сделать, это просто своеобразно, так скажем, самопал, который получился на 5 с плюсом. То есть там такие тупые комментарии были же вообще. Я лично, конечно, мод не защищаю, но я лично просто тупо говорю о том, что он реально хороший, то есть создатели постарались, когда его создавали, вообще прям. Сколько они на него терпения угрохали. Вот видите, сейчас опять провалимся, смотрите. Угу. Ну все помните, да? Так, вот сейчас провел кое-какие манипуляции с микрофоном. Вообще, вроде бы убрал усиление микрофона, да, на первую степень поставил, но у меня было на второй. Там еще третья была, но это вообще было бы самоубийством. В общем, короче, сейчас, по идее, звук идет, должен идти чистый, да? Попробую одну серию так снять. Потому что это уже, честно говоря, невозможно. Я что-то иногда слушаю, да, себе видео. Там что-то вот эти вот именно звуковые эффекты, да, они появляются именно в этом. С усилением, а без усиления вообще почти что не появляются. Так что попробуем пока так поснимать, да, потом в комментах написать. Хотя вы ничего не написали, конечно, знаю. Так. Ну так вот, по поводу мода. Очень жаль таких людей. Как говорится, если хотите лучше, то создайте что-нибудь хотя бы наподобие этого, а уже потом пиздите на других. Так вот, очень жаль. Ну а чисто от себя, мод очень обалденный. Я прям, когда его первый раз проходил, реально были такие страшные моменты. Действительно, то есть, это раз. А во-вторых, как многие говорят, игра просто капец как похожа на Фир. Даже не тем, то что здесь маленькая девочка тоже есть, а тем, то что... Здесь пугает так же, как в эфире. Да. Вот, ёпт. Вот он сейчас тупо поднимется, насколько я помню, да? Давайте куда-нибудь вон туда. Потому что я знаю, что сейчас мы что-то там активируем, он активирует. Смотрите. А, нет. Честно говоря, вот первый раз на таком моменте я, конечно, испугался по полной. Да, думаю, все испугались. Вообще мод сам по себе такой довольно-таки страшный. Всякие аберрейшены с ним вообще не сравнятся. Хм. Так ведь есть. Видите, там кровь какая-то.
Да. Упс. И первая часть большую популяцию имела, популярной была, просто капец. Ну это знакомый всем момент. Упс. Ну, короче, та же самая первая часть, а потом уже я не помню, что будет. Я, конечно, помню. Упс. Помню, но довольно-таки плохо. Я подумал, что призрак. Ну. Так, какая-то голая девица за нами похлёстывает. Даже не знаю, бежать от нее нет. Да. Дом, конечно, построен через жопу. Прям так все и норовит упасть. О. Типа такого слоумо такое. Как видели, да? Упс. Я думаю, много нашло. Да, много народу нашлось. Тех, кто реально играл в этот мод и прям полностью проходил. В принципе, все знаменитые летсплейщики его проходили. Это я просто так. Там всякие обзорщики, летсплейщики, много кто его проходил. Потому что он имел в свое время, когда он только-только вышел, вторая часть, в 2012 году, он имел большую популярность. Очень большую. Посмотрите. Ух ты, видели, да? Ну-ка. Давай, появляйся, ну. Появляйся. А нет, зараза, не появляется. Что-то надо сделать. Ха, охренеть. Да. Я что-то не знаю, то ли это я как-то через жопу так делаю, либо правда, здесь, когда на нее смотришь, она не появляется как-то. То есть нужно как-то в определенную сторону смотреть и что-то делать, чтобы скрипт активировался. Хотя, думаю, вряд ли на таком движке это возможно. Это, по-моему, только эфир возможен. И то... Может, я ошибаюсь. Туда? Так, дробовик на пятерку. Ну, про сюжет я рассказывать пока не буду, да? Что там будет? И все такое, дабы не спойлерить, да? То есть это... Ё-моё. Вот таких моментов здесь будет куча. Да. Я, честно скажу, я пролог Том Кошмаров не играл, поэтому я не знаю, там такой же пролог или нет. А, кстати, еще такой, если не ошибаюсь, то существует бетка Дома Кошмаров 2, хотя вряд ли. Потому что на официальном сайте, что-то я смотрел, там есть... О, тут видите, как нужно... Ну, давайте пока его кинем. Ах, зараза. Да. Вот, сразу после Дома Кошмаров, короче, буду проходить бэкмезу. Блин. Жильцы этого дома прям такие добродушные. И... Быстрый ствол. Упс. Опять кукла. Вот, любимая штучка авторов этого мода, это кукла, наверное, да? Педофила, наверное. Так. Мать твою. А еще, кстати, здесь фонарик садится, как в оригинальном Half-Life, блин. Такой же минус был эфир, кстати говоря. Многие говорили в первой части. Очень большой минус, то что там очень быстро садится фонарик. То есть это бесило всех тех, у которых нервы так неплохо довольно-таки играли. Вот, здесь тоже, конечно, фонарик садится, но... Он тоже довольно-таки быстро садится, по-моему. А, не, нифига. Садится чуть помедленнее, чем эфир. Наверное, на четвертую часть. Ну-ка, давайте прыгнем.
А вообще прыгать-то надо было или нужно было в пропасть валить? Я что-то не помню. Вот, а многие на это жаловались. Ну, в принципе, понятно все. Охренеть вообще. Как так можно лазить? Да. Ну, сами видите... О. То есть, сами видите, какой маппинг, да? Какой геймплей вообще совершенно не надоедает. Так скажем, первопроходца... Ну, я имею в виду человека, который будет первый раз проходить этот мод, естественно, мод напугает. Ну, людей со стальными нервами, конечно, ничего не напугает. Но простых людей этот мод напугает. Капец! Охренеть, я как я вообще выжил, а? А, не, не все. О, ну сейчас будет знакомый момент, да? О, какая-то пылища. О, видите, сколько там, да? Давайте их обойдем, в принципе, да? Так, нам, по идее, обратно к машине надо. Да? Да. Давай, прыгай. На-на. Еще разок. Еще один. Ну все, погнали. Говорит, унесем пару жизней с собой. Вы не смогли сбежать из дома кошмаров. Пролог. Ксен Мазульский. Или Хэн Мазульский. Ну, в общем, короче, сами видите, да? То есть мод этот прям высший пилотаж, прям чисто сразу видно с первого взгляда, да? То есть не средний, не плохой, не хороший, а прям чисто вот самый высокий балл. Сейчас, короче, загрузка нового уровня и... Да? Нет? А? Игра зависла? Да, игра зависла. Нет, походу, загрузка пошла. Что, не пошла? Да, пошла. Побольше бы таких модов. Same as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation. Even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Я не знаю, собираются они третью часть делать, но будет очень круто. Если они сейчас там сидят и делают, вообще прикольно будет. Я бы честно не отказался сыгрануть. Ну ладно, давайте там, пожалуй, закончим. Вот такой небольшой выпуск был. В общем, пару слов под конец. Мод заслуживает высокие оценки. Довольно-таки просто обалденные, высочайшие оценки. Вот. Во-первых, для того, чтобы этот мод... как бы оценить там, не знаю, что-нибудь типа такого, нужно пройти его обязательно весь, полностью, абсолютно. И только потом его можно оценивать, потому что здесь, во-первых, сюжет очень такой неплохой, такая необыкновенная концовка довольно-таки тоже. С уклоном, опять же, немножко фир. Вот. Даже несмотря на эту девочку, опять же, смотрю... Короче, здесь уклон небольшой, как и фир есть. Короче, кратко говоря, здесь обалденный сюжет, это первое, вот, постоянно отсылки к сюжету есть. Мод постоянно держит напряжение в плане хоррора, да? Ведь мод задумался как хоррор, а если этот мод не держал бы напряжение, то был бы чистый боевик, как Aberration какой-нибудь, да? Тоже не Half-Life 2, то это был не Ice. Это была бы фигня, короче. Ну, как, в принципе, и сам Aberration, а нет, он постоянно чем-то преподносит что-то новое, пугает. Довольно-таки круто, короче. Тут спецназовец валяется. Security alert. Area under lockdown. Please remain calm. And wait for further assistance. Еще круто, конечно. Про такую вещь маппинг, как маппинг, я промолчу. Здесь такие иногда скриптовые сценки выдают, что вообще капец. Та же самая подмена помещений, как Fear. Я просто обожаю такие моменты.
самое главное, атмосфера чувствуется. Вот. Чем еще больше плюс-то? Атмосфера. Открой. Сейчас тебя девица будет. Ну давай, появляйся. Ну. Давай. Ну ладно, давайте, пожалуй, закончим. В общем, однозначно мод хороший, просто обалденный. Всем, кто не играл, обязательно поиграйте, не пожалеете. Кстати, советую, качайте его с рутора, потому что на с официального сайта, когда я его качал, потом ставил на Steam, он ни хрена не запустился, он постоянно вылетал. Чего я там уже только не перепробовал. Короче, снес я его нахрен и скачал с рутора. Самый лучший вариант, короче, был. Ну вот и... Сейчас сижу и гамаю. Ну, в общем, короче, кто не играл, обязательно поиграйте. Вещь прям полнейшая, обалденная. Ладно, всем пока и удачи.